Более 40 нефтяников затопленных буровых площадок в Каспийском море сегодня пришлось эвакуировать спасателям. Две установки оказались под угрозой затопления из-за сильного западного ветра, скорость которого составляла 20 метров в секунду. Побережье залило нагонной водой, уровень достигал 1,5 метров, а размыло подъездные дороги. Это очень осложняло спасательную операцию, рассказали специалисты регионального оперативно-спасательного отряда. В течение 3 часов всех рабочих доставили в ближайший вахтовый поселок, среди них 23 казахстанца и 18 граждан Китая. Была проведена спасательная операция с силами в составе 32 наших сотрудников. На двух автомашинах высокой проходимости, трикол, мы вывезли 41 человек. Все они были живы и здоровы, довезли их до вахтового поселка, где им обеспечили жилье и питание.